Всем здравствуйте! Вы на канале Зойкина квартира. Я очень рада, что вы нас смотрите. И мы начинаем наш сегодняшний день. Зимний декабрьский день. Погнали! Как всегда, сначала у нас адвенты, ну а в конце что-нибудь интересненькое. Какие-нибудь новогодние декоры. Все, подписываемся, ставим лайки, пишем комментарии и не забываем делиться нашим видео со своими друзьями и знакомыми. Не жадничайте, пожалуйста, потому что я знаю, что многие смотрят меня втихаря и боятся поделиться с другими. Мне кажется, я не такая уж страшная, чтобы так вот вредничать. Правда? Всем привет! Сегодня мы с вами открываем опять адвент-календарь. Начинаем! Ну что же, открываем первый календарь Карла. Номер у нас будет с вами сегодня. Окошко 16. 16. 16. Шестнадцатое. Опять снежинка. Повторы. Шестнадцатое и семнадцатое окошко. И семнадцатое окошко. Это что же тут? Что же там? Угу. Опять шарик. Следующий календарь открываем с вами. Номер 16. Окошечко 16. Ох, сам в руки летит. И тут опять, смотрите, снеговичок такой красивый. И окошко под номером 17. Не вижу, вроде сверху. Ага. И 17-е окошко. Ой, а тут кто-то непонятный. Кто это такой? Вроде Санта-Клаус, вроде гном какой-то, да? Такой какой-то интересный человечек. Следующий открываем календарь Милка. Всеми любимый, да? Он хороший, очень вкусненький. 16-е окошко. Смотрите, какой тут красивый домик в нем. Фигурный шоколад. Класс, смотрите. Вот такой домик. Красивый очень. И 17-е окошко, вот оно. Так. 17-е окошко. О, тут смотрите, какая труба. Труба в 17-м окошке. Ту-ту-ту-ту-ту. Труба. А в этом окошке, смотрите, бельчонок с подарками. А в предыдущем я вам не показала, кто там, да? Сейчас откроем, посмотрим. А там медвежонок, смотрите, с подарками. И переходим к самому вкусному календарю для взрослых. Итак, номер 16 у нас. Тяжело открывается. Так, мы сейчас его вскроем. Он как-то прям вместе с защитной пленкой. Так, а вот тут конфетка опять была похожая в первых конфетах. А, сейчас попробую, скажу, она ли это. Следующую 17-ю конфетку. 17-ю конфетку открываем. Опа! 17-я практически сама вывалилась. Смотрите. Опять розовая такая конфетка. Сейчас. Ну да, тут марципановая опять она. Пошли повторы, но зато она очень красивая и подходит мне под мой новогодний декор. Смотрите, вписывается просто шикарно. Ну что, прибежал уже Тимошка. Пробуй конфету. Я буду пробовать вот эту. Вот а я буду вот эту. Эту конфетку я уже ела, похоже. Она... с кокосом внутри. На Баунти похоже. Но вкусная.
поехали дальше в наш день. Морозильник. Я варю суп. Смотрите, у меня тут я добавила сырок, ну что-то я забыла снять, извините, сырок такой для супа продается, да? А плюс, значит, ну такой быстрый, как говорится, для ленивых хозяек, да? А вот такой 4 сезона, суп из цветной капусты называется, да? Тут, в общем-то, добавлена цветная капуста, помидор, морковка, картошечка. Но ее тут не чересчур как бы так много, да? Такой он более жиденький получается. Вот, тут такая вкусная цветная капустка, Тимофей у меня любит. И прям большими кусками в этот раз я порезала, смотрите, индейку. Индилайт взяла у меня филе грудки индейки. Вот, и вот такими крупными кусками тоже я большими порезала, да, потому что у меня Тимофей вот это любит, как бы тут первое и второе. Вот, и все такое варененькое-парененькое. Что-то мы вот предыдущий суп очень быстро съели, прям по две тарелки несколько раз в день, и вообще все, он разлетелся. Вот, вот такой, в общем, такой супчик, ну, он вкусный получится, хороший, потому что тут добавлен еще сырок для супа, я добавляю, который с луком. Так, а я разморозила вишню замороженную. Ну, может быть, не очень красиво получилось, но это сок, да, который стекает с этой вишни. Немножко я присыпала чуть-чуть сахарком. Если кто-то боится сахара, да, можно присыпать, например, фруктозой, там, стевией, ну, у кого есть какие заменители. Вот, я обожаю прям вот это вот есть, когда она еще даже чуть-чуть не до конца разморозилась, эта вишня. Я прям вот так вот целую тарелку могу съесть. Я так люблю, потому что в ней нет костей. Так, а вы хотите знать, наверное, какая вишенка? Вот вишенку такую вот, вишня без косточки, называется «Зимой и летом». Обратите на нее внимание, она очень хорошего качества, мне понравилась. Тут практически вообще вот ни одной плохой ягодки не попалось, обратите внимание. Ну, а теперь, пожалуй, перейду к такому самому главному, да, подарку. Он, конечно, не очень дешевый, потому что это Клоранс. Такая подарочная, в общем, коробка. Я решила купить, потому что многие женщины вообще любят, да, вот это вот такой вот набор, смотрите. Не знаю, сейчас он есть на Озоне, нет. Когда заказывала, я вот он был. Смотрите, обратите внимание, значит, это косметичка. Клевая такая, красивая косметичка. Вот. Ну и там внутри, естественно, крем, который вы видели на... Вот так вот открывается все красиво. И там внутри набор. Набор уже, да, такой, да, мультиинтенсив он называется, для зрелой достаточно такой кожи. Вот такой вот крем, да, дневной крем клорансовский. Дальше здесь какая-то супер ночная тоже сыворотка такая вот небольшая. И это, по-моему, что-то под глаза, кажется, да? Я что-то, честно говоря, уже плохо помню, что там. В общем, это вся вот такая серия. Я решила, что нужно ее попробовать. Сколько? И до Нового года. Вот. Там еще, конечно, в косметичке остается место. В принципе, большая коробка, поэтому если вы хотите что-то подарить еще, в косметичку можете смело положить. И, конечно, в коробочку. Да, в коробочку. И в коробочку можно что-то вложить, может быть, кому-то открыточку, конвертик. И коробка сама красивая, можно ее упаковать в более прозрачную какую-то обертку, упаковку, да.
прошло больше полугода, как я сделал прививку от COVID-19, получив всем уже известный сертификат о вакцинации против коронавирусной инфекции. И сегодня ходил, сделал ревакцинацию спутником Light. И вот дали такую справку. Справку тоже о проведении профилактической прививки против коронавирусной инфекции. Укол этот, в отличие от предыдущего, вообще не почувствовал. То есть, если тогда делали, было больно, первый укол, когда делали, то этот вообще не почувствовал. Никаких покраснений, ничего после укола нет. В общем, все завершилось пока благополучно. Будем ждать неделю, как там чего. Пока ни температура, ни озноба, ничего нет. Дай Бог, чтоб ничего и не было. Вот. И тем, кому за 65, как мне, дали вот такой вот сертификат от правительства Москвы. Тут факсимиле Собянина стоит. Вот. И в этом сертификате у нас указано, что коробка здоровья положена тем, кому за 65, куда входят вот эти все причиндалы. Вот. Но я решил, что мне это ничего не нужно, потому что все это у меня есть. И решил забрать денежную компенсацию. Так что желаю тем, кто сделал прививки, хорошего настроения и доброго здоровья в наступающем году. Весело проводить Новый год. А тем, кто не сделал прививки, ну что ж, каждый принимает сам решение о своем здоровье. Желаю им тоже чувствовать себя хорошо и встречать Новый год в добром здравии, хорошем настроении. Всего всем самого наилучшего. Колян там что-то высматривает. Что высматривает Колян? Да свечки, как у бабушки нашел. Свечки. А вот здесь он Колян выбрал супер лампочки.
новых встреч. Не забывайте подписываться, ставить лайки. И я вам желаю всего хорошего, прекрасного Нового года, позитивного настроения. И самое главное, чтобы вы успели, в общем, в новогодние праздники хоть немножечко, ну хоть чуть-чуть отдохнуть. Потому что год был очень сложный этот. Вот. И что впереди ждет, тоже неизвестно. Что мы с вами будем надеяться на лучшее. Все. До новых встреч. Пока-пока.